Одно из самых значимых и масштабных спортивных состязаний «Ирбит» вновь набирает обороты. Речь о первенстве города по футболу среди взрослых мужских команд. К слову, на сегодняшний день сыграно уже 4 тура. Первенство стартовало с начала лета и закончится 7 сентября. В этом году турнир будет идти немного дольше, а обусловлено это тем, что команд участников стало хоть и на одну, но больше. Если все пойдет согласно плану турнира, уже 24 августа начнется его финальная часть – розыгрыш главной награды среди команд, занявших с 1 по 4 место. В это же время команды, которые заняли с 5 по 8 место, будут бороться за малый кубок. Хотелось бы отметить, что среди опытных команд в этот раз появились и новички – это «Антекс» и СК «Урал». Также впервые на городское первенство заявилась команда из Туринска. Помимо этого, участие принимает команда «Ветеран», которые последний раз играли на первенстве почти 7 лет назад. На сегодняшний день в тройке лидеров «Молочный завод-1», «МЧС-60» и «Ветеран». Удержат ли лидирующие позиции эти команды и смогут ли ирбичане наблюдать в этот раз среди призеров новичков, покажет время, ведь впереди еще 7 туров. А мы напоминаем, что участники встречаются на поле каждый четверг в 18:15.